7 июля Православная Церковь отмечает День Рождества Великого Святого Пророка Предтечи Крестителя Господня Иоанна. А для коллектива предприятия «Щелковый хлеб» этот день еще знаменателен и тем, что ровно 10 лет назад при хлебозаводе был открыт и освящен храм в честь иконы Пресвятой Богородицы, Спарительницы хлебов. Храм – это наша жизнь. Мы приходим в первую очередь, помолимся Господу Богу, Божьей Матери нашей, Спарительнице хлебов, а потом начинаем мы работать. Рад не знаю как, потому что храм доступен. Чуть что, нужно помянуть кого-то. Вижу храм, крещусь, кланяюсь, и все получается. История храма Спарительницы хлебов неразрывно связана с предприятием «Щелковый хлеб», директор которого Игорь Ларин на протяжении многих десятилетий прилагает немалые усилия в деле возрождения православия на подмосковной земле. В 2006 году по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия коллектив «Щелковый хлеб» взял на себя важный и ответственный труд по обеспечению храмов и монастырей Московской епархии просфорами. Качество очень важно. 10 лет практически, а то и больше мы используем эти просфоры, и не было нареканий никогда. И чувствуется, что это сделано и верующими людьми, с молитвой, с любовью, относящимся к этому делу. Возведение храма ознаменовалось чудесным событием. Подаренные за несколько лет до этого дня владыка ювеналием хлебозаводу икона Спарительницы хлебов вдруг начала мироточить. Сомнений не осталось. Именно в честь данного образа будущий храм получит свое название. Когда уже икона расположилась в храме, мы увидели, что очень много приносят к этой иконе различных благодарностей в виде колечек, цепочек, крестиков. И она была вся обвешана. Но, как правило, это происходит, когда люди с благодарностью приходят, чтобы отблагодарить Божью Матерь за те просьбы, которые она совершила. Сейчас икона Спарительницы хлебов находится на почетном месте в храме. Она по-прежнему помогает людям в различных житейских нуждах. Но самое главное, считает духовенство, Пресвятая Богородица посредством своего образа приводит людей к вере. У нас образовался очень хороший дружный приход. Каждый друг друга знает. Вот если кто-то приходит у нас, приходит со стороны, мы уже видим, что это человек новый, но с радостью его встречаем. Поздравить прихожан и коллектив «Щелкового хлеба» с юбилеем храма владыка ювеналий приехал лично. За праздничной литургией ему сослужили благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук, благочинный монастырей Московской епархии игумен Евмений Лагутин, настоятель Вознесенской Давидовой пустыни в городе Чехове игумен Сергий Куксов, щелковские священники. В своем поздравительном слове владыка ювеналий выразил особую признательность коллективу хлебозавода за благотворительную деятельность и преподнес в подарок образ Богородицы Неопалимая Купина. Благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук за свои труды и в честь 30-летия служения в сане священника был удостоен ордена Русской Православной Церкви благоверного князя Даниила Московского III степени. Сергей Максимов, Игорь Поляков, Галина Хлацова, телерадиокомпания «Щелковый».